Если мы не спасем красоту, то как же она спасет мир? Борис Петровский. Богатство в сочетании с искусством.
множеством могли представить свое соединение, блистал на этом празднике. Хотя в обществе нашем незаметно сильного влечения к художеству, Эрмитаж, тем не менее, пользуется большой популярностью. Произнесите слово «Эрмитаж». В любом конце России каждый уже слышал его. Писали отечественные записки. Было решено устроить выставку экспонатов, которые не были эвакуированы.
Она была размещена в двух галереях, менее всего пострадавших от обстрелов. В ноябре 45-го года залы Эрмитажа были вновь открыты для посетителей. Они были влюблены в жизнь. Влюблены в мир, который словно огромный яркий букет подставляет свои цветы солнцу. И они писали. Полное изумление и радости. 20-летними юношами и 80-летними стариками. Потому что для них не было большего удовольствия, чем дарить людям счастье. Новое поколение вместо мирной природы, милых нюансов быта, вернуло живопись к большим пространствам и большому времени. В их полотнах чувствуется дыхание космоса. Они разрушали рамки визуального восприятия, проявляя незримое и подготавливая почву для искусства